Сбоку есть звоночек. Нормальному человеку достаточно нажать кнопочку, а не орать на весь поселок и беспокоить заслуженных граждан. А во-вторых... Ладно, ладно, прости, земляк. Катись отсюда в свой Вашингтон. Собаку мы тебя спущем. Ладно, какая собака? Она при твоем образе жизни сдохла бы давно. А? Я у соседей одолжу очень злую собачку. Денег они мне не дают, но собаку сколько хочешь. Так что давай, катись-ка. Ну ладно, ладно, подожди. Александр Михайлович, земляник, подожди, ты мне нужен очень. А я всем подожди! Забор сломаешь, посажу. Земляника! Сволочь такая. Земляник, ну где твоя собака? Слышь, земляника! Я тебе подарок из Америки принес. Всю фирму об твое гнилье испачкал. Ну-ка, постой здесь. Сейчас саблю возьму. Это еще зачем? Порублю тебя на куски, как собаку. За внедрение на чужую территорию и в качестве самообороны. Да погоди ты рубить-то, погоди. Я тебе выпивку привез. На красненькое я заработаю, а выпивку свою лакай сам. Или с петушком. Петушку-то как раз сменку надо устроить. До утра. Скорина подставит? Интересно. Действительно, какой советский гражданин откажется отлить в колодец обидчика? Ну ладно, входи. Мясо! Что за выпивка? Да хорошая выпивка. Ни ты такую, ни папа твой не пил. Я предпочитаю портвейн таврический. Ты попробуй сначала. А? Ладно, попробую. Понравится? Поговорим. Ну, входи, Муромский! Я знаю, ты с Вахтангом пританцовывал. Ну, это очень дорогой, нежный танец. Третий здесь лишний. Никто не собирается нарушать вашу идиллию. Вахтанг держит Шереметьево оптовых челноков с малазийскими компьютерами. Ты откуда знаешь? Да наши ребята шепнули в Нью-Йорке. Бедные ЦРУ.
Что же ждет Ленгли в ближайшем будущем? Что ждет Ленгли, я не знаю, а вот Вахтанг цену ждет. Но товар-то мертвый. Деньги чьи-то. А цены он не дождется. Пока там на Старой площади кто-то не раскачается. У Вахтанга там рука. Рука у Вахтанга в другом подъезде. Послушай. Попроси его отдать весь товар мне. Что значит тебе? Ну, хорошо, уточняю. Нам? На каких условиях это нам? На самых выгодных. Наличные в 3 дня. И гарантированный заказ на новые поставки. Жорик, Жорик, так не бывает. Бывает. Пока. Если не почесываться. Плесни-ка мне еще вискаря. С удовольствием. Ну что? Мир? Корыстное перемирие? Ну, а Петю ждет. Какая оборотка? Не понял. Ну, это когда аферист на аферу сам натягивается. Так он же думает, я этот товар из Штатов везу. Крыса кабинетная. Лейбл с лейблом. Там все полиция. Да кто в этом сейчас разбирается? Да, ну касс надо брать. А потом на хоздвор под дождь, а там хоть трава не расти. Первое. То, что упущено время. Упущено время провести. Когда ответ надо дать? 1 час назад. Хорошая зараза. Будешь поставлять мне ее до гробовой доски. Бесплатно. Не бесплатно. За одну очень грандиозную услугу. У тебя еще это есть? Найдем. Класс. Позвоню, пока не навискарился. Ну, давай, давай. Алло, здравствуйте. Будьте любезны, Вахтанга, к телефону. Кто спрашивает? Скажите, Земляника спрашивают. Внимание, Петя! Любуйся, Петя. Только что из Америки. А? А, Жора, черт возьми. Давай, Петенька, список следующих потенциальных покупателей. А? Список давай. Да, я напечатал уже. Ну и давай, давай. Ну, чего ты тянешь-то? Давай, я же не деньги прошу, список. Жор, видишь ли... Петя, я что-то не понял. Ну что, проблемы есть какие? Давай... Да нет, погоди, Жор, ну ты не так понял. Петь, смелее, Петь. Давай, Петя, и любуйся, а? Жор. Ну вот, все отлично, Петя. Петя, все отлично.
тебе бабки? Давай, сгоняй на углу. Купи мне носочки какие-нибудь. Привет, земляник. Привет, Квач. Что такое? Пирог, лига. Цену в 3 раза вздрючил. Сейчас, наверное, народ его любит. Эй! А ну, кончай, базар! А ну, высади оттуда! Тебе вода! Все, базар закончили! Спокойно, спокойно. Ирак, я с ним. Стоять. Ирак. Шихереза. Ну, посмотри, наш советский народ, он обладает миролюбивостью, веропреданностью, национальной приязнью. Ну, все. Да. Ну, так, извини, какого ляха ты тогда наступаешь на любимый мозоль всего советского народа? Я чеш, хозяин. Верю. У меня сейчас издержки. На аренду. На культуру обслуживания. На санэпидемстанцию. На пожарника. На пожарника. Убыток себе работы. Не хочу. Не буду. Да и не буду. И не надо. Хотите, пейте. Не хотите? Нет. Пусть прокиснет. Логично, Ираклий. Пусть прокиснет. Хороший рекламный ход, между прочим. Каждый входящий получает по кружке пива по старой цене. Ух, это все оплачено. Мазурьёнусу, вот как Мазурьёна. Как крестный папа снял конфликт. О, спасибо. Пивонушка – это богоугодное заведение. А ты что здесь болтаешься? Чего тебя должен целый день искать-то? А ты что здесь, а не на службе? А я твой начальник. Босс, понимаешь? Крестный папа. Ну, может быть, не папа, папучка, папуня. Могу задерживаться, опаздывать. А меня тоже по Конституции никто не лишал права на пару кружек в начале дня. Ты по Конституции знаешь кто? Ну? Инфузория, туфелька, микроба. Ну, понимаешь, микроба. Ты микроба. Мы так всю перестройку профукаем. Да. Недалеко от истины, мягко говоря. Не профукаем, а профукаем. Значит так. Сегодня ты мне не нужен. Сегодня понедельник. Придешь в среду с инструментом. Mm-hmm. Я тебя на должность новую назначаю. Слушай, ступай, а. Ну, ступай, ступай. Mm-hmm. На какую? Будешь шпионом. Осведомителем. Стукачом? Не пойду ни по чем. Коля, 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 ангел мой, ну каким стукачом? Ты будешь экономическим, ты будешь промышленным шпионом. Ты... Промышленным? Шпионом? Да что, это промышленным шпионом годится. А сколько замышляешь? Скажи «а». А. Александр Михайлович. Александр Михайлович. Александр Михайлович. На. Насколько нашпионишь, настолько и получишь. Чего ты жрешь это говно?
потенция, потенция понижается. Идиот. Кому понижает, кому повышает. Сигаретки не найдется? Что? Сигаретки, говорю, не найдется? Лишние. Погоди, погоди! Сигаретки не найдется? Куда пошел? Этот пацан-то, который там, во дворе. Тоже из Чикагского Подольска. Ага. А вдруг ты в окно ломанешь? Ребята, вы знаете, вы, наверное, как-то ошиблись с адресом. Так бабки не сшибают. Все проверено, справки наведены, направленница имеется. Ну, может, вы не в курсе, чем занимается мой некоммерческий фонд. Это фонд в помощь многодетным матерям. Вы не знали? Знали, а мы многодетные отцы. И проблема возникла. Чем детишек кормить? Ну что, хотите, я вам сейчас вот просто так сказать, продемонстрирую свой сейф. Вот ключи у меня даже здесь лежат. Его даже и закрывать-то не надо, он открыт, пожалуйста. Вот он. Нет, эй, нету денег, пустой. Завтра должны быть к 10 часам и без глупостей. Глупости заканчиваются ремонтом шараги и ее хозяина. Хорошо говоришь, хорошо. Ты, наверное, Гарвард закончил. МГУ филфак. Выгнали. А наколочка у тебя на пальце тоже с филфака? Это уже другой экстернат. Краткий курс на зоне. Спасибо Горбачевской амнистии. И этот факт ты тоже учти. Угу. Мы не шутим. Да, не шутим. Ах уж вы и не шутите. Здравствуйте, Александр Михайлович. Здорово. Ну, как жизнь? Ну, нормально. Сейчас я там деньги быстренько спрятать их. Это что? Давай. Там 1000 рублей. Ого. Это за какие? Все дорожает. Пиво дорожает, обслуживание дорожает, услуги. Все. Значит так, наплети своему начальству все, что захочешь. Но сегодня должен быть в Подольске, там найдешь одного парня, ему лет 25. Его из МГУ выгнали. Угу. По-моему, у него была одна ходка. Да, вы такой? Ага. Найдешь его, дашь там ребятам, ну, рублей 300, 200, ну, как разберешься. Ну, вот, и чтобы они помалкивали по поводу того, что ты хотел узнать какую-то информацию. Сделаешь? Ну, а что случилось-то? Ничего не случилось. Борьба с организованной преступностью. Ага. Сделаешь? Тогда подумаем, каким образом закончить нам Академию ВВД, чтобы... Найдешь меня завтра в конторе? Утром. Хорошо. Ну, давай, Пестеров.
Твою маму, шулер долбанный. Деньги давай, бабки! Давай, давай, давай. Ты в морской бой бы играл, там все-таки кораблики шастают туда-сюда, их торпедой надо. Здорово, земляник. Здорово. Как ты здесь, Азик? Ну, по наводке, телефон-то у тебя нет. Да, телефона у меня нет. А ствол? Земляник, ну ты же знаешь, я не по этой части. Мимо. Варюга профсоюзный. Да тоже. Пора бы серьезным делом заняться. Ну ладно, что требуется, почем? Да, не будем торговаться. Давай. Наехал тут один. Из Подольска. Шпанишка. Подольск, ну совсем другая сторона света. Ты что? Ну, торговаться не будем. Я не фантик. Надо бы его с пацанами притопить. Ну, есть у меня один пипка. Кто? Ну, прикуха такая, пипка. Пипка? Пипка с Волыной. Пипка. Да, отъемщик. Но он мало заводной, может, варежку раздавит до больших размеров. А ты ему дай столько, сколько он попросит, себе возьмешь вдвое. Ага, клиентура нарисована? Здесь фотка. Ага. Изучишь, сожги. Так я же сижу. Понятно. Слышь, земляника! А ведь ты когда-то добрым был! Был! Был, да сплыл, оглянулся, повернулся. Пульку надо расписать до утра. Распишем. Тем более, ведь у тебя-то других идей нет. Нет. А я трезвый. И абсолютно... без комплексов! Абсолютно! Завидую вам, сэр! Да, кстати, помнишь, он березу на поленье разрубил одним движением руки. Мужики спросили, кто ты? Он ответил, Ленин! И мужики, расписать полечку. Распишем! Воу! Я себя тоже под Лениным чищу. Твою маму, шулер долбанный. Седьмой. Наживаете? Насколько я понял, вы почти постоянный житель? Постоянный. Мужчинами не интересуюсь. А я мужчины не предлагаю. Речь идет о девушках. А тянется иногда тоже не грех. Понимаете? Культурный досуг, гарантируем чистота. А ведь вы на 19-й номер. 19-й. Ну, часком к 8. Да нет, не надо. Не знаю. Цены божеские.
задаток минимальный. Но по сути дела решайте. Оставить наруч или проводить. А какие вы любите? Не знаю, каких люблю. На, держи. Ну, восы. Я тоже только что из душа. Вся такая ароматная, как розы на рассвете. Вы куда? Иди сюда, милый. Ой-ой-ой-ой. Руки вверх, пожалуйста. Душновато, знаете ли, на улице и сердце. Отойдите, отойдите. У меня тут кое-что есть. У меня тут мини-бар. Дорогущий, только что со льда. Вот, пожалуйста, вино, пожалуйста, и, пожалуйста, пожалуйста, коньячок. Коньяк на льду не держит. Ой, образованный, образованный, люблю образованных. Книжки разложил, ну просто изба читальня какая-то. На книжках предпочитаете? Я никак не предпочитаю. То есть? Я передумал, уходи. Как это так передумал? Это называется, между прочим, ложный вызов. Время потрачено. Настроен на работу. Я заплачу. Я за все заплачу и за выпивку тоже. Я что-то не понимаю. Я что, агрессивно на тебя наехала, что ли? Ты испугался? Кого? Меня? Или давай переменим тональность? Я буду вся такая ласковая, вся такая томная, медлительная такая, вся такая непредсказуемая. Или брезгуешь? Я сказал, уходи. Сейчас мы... Тихо, тихо, ты... Ты что, тихо? Как расслабились, помните, все вы... Возьми и сматывай отсюда. Бедный ты, бедный. Я богатый. Брось ты мозги тморочить. Ну, любви, как у пташки крылья, прием нельзя. У меня в детстве собака была, пудель, его Бим звали. А он пошел, да выпусти ты его, что ты. А знаешь, у меня еще Леська там во дворе жила. Я ей все время гематоген таскал. Ага, а она все равно с Петькой дружила. Представляешь, дура. Ну, вот так вот и жизнь прошла у меня. У меня такой сулюканный мороженое нравилось, знаешь, такой с фанерным стаканчике за 7 копеек. Как сейчас. Не, я фруктовый, по 7 любил. Ну, по 7 копеек. Да ладно. Комар. Комар. Мыли?
Грач, останемся. Пипку достань. Здесь. Не нервируй меня. Поехали. Кто? Студент нужен. Но я чего надо? Котя просил маляву передать. А почему не позвонил? Да, его мусора слушают. Мог бы один все сделать. Одному скучно. Слышь, Грач, ты знаешь, где твой адрес? Да, недалеко. Тогда помчали быстро, пока шупер не начался. О! Здравствуй, мальчик. Здравствуй. Любишь животных? Да. Молодец. Быстрее, быстрее. Привет. Привет. Не ожидал тебя увидеть здесь. В такую рань. А я сам себя не ожидал увидеть. Ты что делаешь здесь? Американец. Один американец засунул и оттуда. Хронограф уже нашел. Нашел? Не сперли? Нет. Стан, как это в этом проходном дворе ничего у нас не украли. Странно. Нашел. Глубоко был зарыт. Под бумаги. Подарок деду. Я квартиру взял, теперь хочу на стенку повесить. О, это хорошо. Ты квартирку получил. Это хорошо. Из скольких же метров у вас ваша хибарочка? Не помню. Да вот, координаты. Надумаешь, заходи. Спасибо. Если надумаю, то... А я могу не надумать. Если надумаю, то надумаю. А если думаю и не надумаю, то думаю и не. А думаю, и все. И думаю, и приду. А может, нет, не приду. Ну что, загибается наш контор? Подыхает.
смерти Жорик. Не бывает, ее нету. Просто, понимаешь, есть переход просто в иное пространство. Вот, например, я, понимаешь, я был земляником, ягодка. А стал компостом. Компост засох. В компосте завелись червячочки, панки. Так далее. Все правильно, все по правилам, по закону, товарищи Гамлета. Знаешь, как у него там, у Гамлета там, берет это... Ну, медленно, Юэль, где теперь твои зубы? Чего? Какая пуля расписана? Стоп, дай мне. Аля. Да. Окей. Ну хорошо, ты, ну это не телефонный разговор, давай без телефона, подъезжай ко мне. Спокойно поговорим, обсудим трудоустройство. Давай, комуха быстро. Ага, давай. Отлично. Не бережешь ты себя, Александр Михайлович. Я не берегу ни себя, никого. Вообще, всех не берегу, понимаешь? Все очень все просто плохо. В этой жизни, Жора, все очень просто, как Рэмбо. Но кровь первая. Ах, и нету, понимаешь? Все очень просто, Жорик, понимаешь? Ну почему? Почему вы все такие, всякие начитанные, напичканные всякими какими цитатами, афоризмами, литературой? Все время как бы читаем, и ни хрена себе, понимаешь? Я, между прочим, знаешь, вот картинку одну смотрел. Ну, кино, старенькое такое кино. Старое, наше старое кино. Там дед один лысый. И станет. Эстонец, такой благовидный старикашечка, миленький, приходит к фантастическому морю, где оживляет мертвых. Приходит и говорит, не он, не море, не океан, нет, не вода, говорит, старик говорит, человеку, говорит, шепотом. Нужен человек, подожди, дай договорить, ты же не поймешь, ты настоящий русский, ты полслова и уже ля-ля тополя. Он говорит, человеку нужен человек, и все-то, ты понял? Что ты несешь, землянин? А мы ни хрена не понимаем, Жорик. Ни хрена. Да и слова понять не можем. Если бы твои вонючие америкашки хоть когда-нибудь прочитали столько книг, сколько читают у нас, они бы все, понимаешь, у них бы все бошки бы попять. Знаешь, такими тыквы бы стали, которые можно просто... А мы читаем, и что? И на! А у пожилого зайца вверх и нету. Понял? Или не понял? Жор, иди отсюда. Да подожди. Я говорю, иди отсюда. Послушай, земляник, может быть, как-то возьмешься в руки, а? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, подумаешь. Восемь, девять, десять. Так что идет само собой. Жорик, послушай меня внимательно. Иди отсюда. Я говорю, пошел вон отсюда. То с крыши ты мне чужой плохо. Человек. Не с крыши, иди по лестнице. Мелкими шагами. Я говорю, иди. Иди! Иди отсюда! И никогда не приходи! Да ты скотина! Скотина! Да я тебя самого!
Алло. Вахтанг Галимович, можно? Кто спрашивает? Жаклин Кен Дионасис. По голосу надо уже узнавать. Землиник это. Талманов в каменных пещерах. Еще жемчужин у моря полуденно. Алло, Вахтанг? Рад тебя слышать, дорогой. Спасибо. Как бы нам встретиться, как говорят, вне стен и вне потолков? Что? Где-где? Ладушки. Ладушки. Договорились. До встречи. Мы в море родились, и в море мы умрем. Я узнал в толпе его лицо. Я узнал.